Всем привет! Так вот случилось, что я делаю сейчас дома полочку выходной. Полочка как бы несложная, все обычно. Вот, пожалуйста. Это полочка типа... Вот. Ну, тут как у нас шкаф, где вешаются вещи. И сверху решили просто сделать обычную полочку, там два уголка. И чтобы что-то туда можно было положить. И вот такие доски. У меня есть электролобзик, но он, к сожалению, остался на работе. Досточки отрезались, ну, на базаре немножко криво, и нужно было их подрезать. Вот, но думаю, блин, подрезать, в чем проблема? Сейчас возьму стандартную свою пилу, вот, на такую вот, и подрежу. Что у меня получилось? Получилось то, что эта пила оказалась очень хреновой, которая... Сейчас сделаю пропил, вот, чтобы показать. Которая просто не хочет пилить эту доску. Ладно, еще сейчас назад. Вот как-то так получается с этой пилой. Я не знаю, что с ней произошло. Отрыл вторую, еще дедовскую. Но она настолько тупая. Пилить очень долго приходится. Я уже даже пробовал по металлу. И вдруг вспомнил, что у меня же есть вот эта вот вещь. Да ради шутки, думаю, попробую. Мало ли что. Вот как-то так. Это к слову о том, что аптечка должна быть всегда дома. Вот такие дела. Что, всем спасибо. Пока. Удачи.